Хочу показать вам разнообразие фруктов и овощей в супермаркете Чионки. Зелень, и укроп есть даже, салат. Петрушка. Да, еще вот здесь грибы такие. Не знаю, как называется. Кешью сырые. Всякая зелень. Лук. Здесь у нас идут фрукты заморские. Перец, помидорчики, местный апельсин. Это фрукты уже пошли. Манго, бананы. Теперь по крупам. Сахар, это нут, рис разный. Коричневые, белые разные. Рис. Маш. Это дал, они называют. Да? Ну, я не знаю, это наша чечевица или нет. Также есть разного вида фасоль. Такая. И даже есть перловка. Вот, я люблю перловку.